Приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать заказ на агрохимию. Вот в данной фирме. Он профи. Многим блогерам это знакомая компания. И я пользовалась уже их услугами. В 2019 году я заказывала здесь Верон. Средства от вирусных заболеваний. И Привикур заказывала, и еще стаканы, вернее, рукав для нарезки стаканов, который я показывала в своих роликах. Вот, хочу показать, что я заказала. Сумма вышла большая, 8200, но, в общем-то, была еще больше, я уже сократила. Выбор превосходный. И надо поймать этот момент, когда есть все, что нужно. Я бы взяла больше, но, конечно, это дороговато. Значит, вот, смотрите, семена. Катарантус ампельный, 30 штук, 100 рублей. Это, я считаю, ни о чем. Возьму на пробу, буду сажать первый раз. Дальше идет агрохимия. Актора. Это сингента. 4-граммовый, 100 рублей. Дешевле нигде я не видела. Взяла одну по той причине, что еще химикаты аналогичные заказала. И в этой компании, вот сейчас увидите ниже, и еще в OptSales тоже заказала. Но там это вот актора сингентовская, 4-граммовая, по 150 рублей. Ну, уже заказала. Об этом пойдет речь дальше еще. Так, Тепеки. 100-граммовая расфасовка, 2500. Значит, хочу показать, что у них есть выбор, какую расфасовочку вы хотите взять. Сейчас откроется. Так. Значит, данный препарат предлагается в разных расфасовках. Сейчас что-то медленно грузится. Вот посмотрите, 50 грамм и 4,5 грамма можно взять, и 100-граммовая. Есть и полкило банка. Ну, вот как бы я устала уже 4-граммовую покупать, белокрылку не выведешь. Вот взяла 100-граммовую, тем более Тепеки. Очень хорошая расфасовочка. Надолго хватит, учитывая, что если там по 4-5 грамм добавлять на 10 литров, то это надолго хватит. Ну и актора сингентовская у меня еще будет. Дальше что? Инсектицид препарат 30. Он так и называется. Этот препарат еще с советских времен известен для весенней обработки сада. Значит, он на основе вазелинового масла и как бы обволакивает всех вредителей, и они задыхаются. В общем, очень хорошая штука. В советские времена нечем было бороться. Вот эта вот вещь была, и очень хорошая вещь. Битоксибицилин. Это вот тоже хорошая вещь, опробованная, на клеща я беру. Карбофос взяла, чтобы избавиться от мушек. И вот еще посмотрите, новинка. Актора производства Японии. 100 грамм, 1720 рублей. Конечно же, я возьму. Этого много не бывает. Радифарм. Это средство я искала весь прошлый сезон. И как бы во многие магазины обращалась. Вот. Стимулятор Радифарм. Ну, блогеры знают, что это такое. Это антистрессовое и стимулирующее рост средства. И мне везде отвечали, что он больше не возится в Россию. То есть вот это средство очень хорошее, я его обязательно возьму. Его трудно найти где-либо. Вот. Дальше регулятор роста Регги. Ну, взяла две штучки от перерастания на пробу. И вот аналог тоже это. Регулар. Очень хорошее средство по отзывам блогеров.
Тоже взяла 25 грамм, стоимость дорогая. Это отечественная разработка, насколько мне известно. Замедляет рост клеток ввысь, а в ширину он растет. То есть куститься будет лучше. Взяла на пробу. Превикур Энерджи, но это всем известное средство. Взяла 100-граммовую расфасовку, 480 рублей. Это на будущей посадке проливаются сеянцы. Сейчас уже не буду им пользоваться. Фунгицид Стрекар от серы гнили. Уже пользовалась им, очень довольна. Вот возьму еще. Но когда будете заказывать, надо обращать внимание на срок изготовления. Срок годности этого препарата год, ровно год со дня изготовления. Там какие-то живые бактерии, и, в общем-то, ровно год, и он вроде как и недействителен. Ну вот я брала уже такой, правда, в другой фирме, очень мне понравилось. Ну, Максим, протравливатель, это все знают, замачивать луковицы. Тоже заказала две штуки. Расфасовку этого Максима по 25 миллилитров. Так вот, рукав, пленка для стаканчиков. Ширина 12 сантиметров. Вот самая оптимальная ширина. В прошлый раз я у них брала 10 сантиметров. Ну, в сложенном виде, да, вот меришь 10 сантиметров. Ну, такой стаканчик узковатый, как бы пошире бы лучше было. Самодельные, те, что я делаю, у меня как раз вот по 12. Вот, а теперь возьму 100 метров, вот это 12 сантиметров. Вот, ну, я не знаю, сколько там стаканчику получится. 2 года я на третий даже перешла, у меня еще осталось. И всего 500 рублей. Так, взяла проволоку для подвязки растений. Иногда нужна тонкая проволока, у меня закончилась. Так, что следующее у нас? Ага, ловушка клеевая, 5 пластин. У многих блогеров видела, нигде не могла купить. Вот 2 штуки возьму по 5 пластин. До сих пор я пользовалась лентой такой из катушечек. Так, стимулятор Максифол Root Farm. Это аналог Радифарма. То, что я вот выше там заказала, тоже возьму на пробу. 100 миллилитров, 220 рублей. Стимулирует рост корней. Антистрессовое средство. Ну вот, все вот в таком роде. Значит, вот, получилось у меня на 8 216. Все уже отсортировано, все уже заказано, все. И Максим 4-миллилитровый, вот на небольшие количества. Так, оформляю заказ. Нажала на оформление. Так. Грузится, крутится. Я заполнила личные данные. Дальше выбираем способ доставки. Так, в прошлый раз я пользовалась услугами СДЭК и всегда пользуюсь доставкой СДЭКа. Очень удобная компания. Офисы тоже везде есть, в нашем городе тоже есть. Так, далее. Далее оплата. Ну, здесь банковская карта. Других вариантов нет. Вот еще раз выкидывает он мой заказ для проверки, что заказано, перечисляется. Перечислено, вернее. Общая сумма. Доставка с ДЭК. Итого. Комментарий. Вот в комментарии я хочу написать, что необходимо уточнить. Не, оп. Уточнить.
Срок изготовления не стрекар. Стрекар. Так, что-то западает клавиш, что ли, слабо жму. Так, комментарий я написала, тот, что меня интересует. Далее, оформить заказ. Вот здесь стоит точка. Позвонить и для подтверждения заказа. И будем ждать выставления счета. Так, все. Заказ оформлен. Будем ожидать следующих действий. Мы свяжемся с вами в ближайшее время. И номер заказа указан. Вот эта компания очень хорошо себя зарекомендовала. Я еще как бы хочу вернуться к описанию препаратов. Вот вы знаете, часто смотришь на сайтах один препарат, и к нему комментарий, да, какие действия или что-то там в описании. И на разные препараты одно и то же, что-то такое расплывчатое. Здесь все очень подробно, на каждый препарат отдельно. А это очень важно. Выбрать, почитать, чтобы не в интернете лазить, а вот здесь непосредственно. Ну, когда вы будете смотреть сами каталог на сайте, вы убедитесь вот в этом. Вот, ну, на этом с этим магазином как бы хочу закончить и хочу вам показать, какие семена я уже заказала тоже в известном интернет-магазине OptSales у Александра. Вот, тоже уже все оплачено у меня. Ожидаю от него сообщения. Значит, тут купила на пробу новые удобрения. Цена такая дешевая. За 100 грамм 30 рублей. Ну, я взяла на пробу. Дальше вот Актора. Вот она, сингентовская, 4 грамма. Взяла 6 штук по 150 рублей. Ну, вот что-то заказала. Астры взяла, Галла. Бархатцы отклоненные двух видов взяла, но это недорогие. Бегония каскадная, клубневая, 130 рублей, 25 дрожжей. А взяла брахикому и взяла я Анютины глазки, виолы. Большой очень выбор пока есть. Думаю, возьму. Неизвестно, что будет. И с долларом, и с поставками. Поэтому вот взяла. Вот, и сейчас взяла горох посадить. Вот, ну, тоже конфидор взяла. Инсектицид. Лук посеять. Эксибишн на будущий год уже. Вот этот лук. Большую упаковку. 500 штук семян. Петуния взяла. Ампельные взяла оперу, 50 дрожжей, махровую пируэт. Все это на будущий сезон. Положу в холодильник, все прекрасно дохранится. Вот феровит всегда нужен, фитоверм. И череда, ну это биденс. Ну вот в итоге 5100. Вот, этот счет я уже оплатила. Тоже доставку заказала компании СДЭК. Очень мне нравится, как они работают. Быстро и сравнительно недорого. Сравнительно с почтой. Вот, транспортная компания СДЭК. Ну вот ожидаю уже эту поставочку. Связались с ним, подтвердил он заказ и получение денег. И сейчас ожидаю. И считаю, что сейчас большой выбор и нужно брать. Вот я решила сделать заказы семян и агрохимии. Ну, ставьте лайки.
Подписывайтесь на мой канал и ждите новых видео. До новых встреч!